Артем, поздравляю тебя с чемпионом мира. Классная медаль. Скажи, пожалуйста, свои впечатления. Как мы понимаем, это твой первый чемпион мира до 18 лет. И ты показал хороший результат. Расскажи свои впечатления. Впечатления финишные у меня. Первый раз. 18 лет. Третье место напряженное. Особенно вторая была на грани. С поражением. Чуть нарушил правила. С первой встречи было тоже все не очень легко. Сложно. В несколько баллов все лишь выиграл. Соперник наращивал темп. Но все же получилось и выиграть. И это прекрасно. Ну, на самом деле, очень классно, потому что ты принес сегодня сборной Москвы первую медаль. Вот. Кому медаль?